Сегодня у нас суббота, и сейчас я направляюсь на приездной субботний рынок. Перед тем, как мы с вами отправимся на сам рынок, я вам сначала хочу рассказать, что это вообще за рынки-то. Этот рынок очень похож на известные в Европе и в других странах фермерские рынки. На рынке помимо овощей и фруктов есть также и хозяйственные товары, а также одежда, косметика. И разная другая. Во-вторых, в отличие от фермерских рынков, продукцию здесь продают не сами фермеры, а посредники, которые покупают товар на больших оптовых базах овощных, куда товар непосредственно привозят сами фермеры. Такие рынки обычно проходят в каждом районе Дели в определенные дни недели. И от этого они получают свое название. Например, в нашем районе такой рынок проходит по субботам, и поэтому он известен как субботний овощной рынок. Также они проводятся обычно на одной и той же территории, то есть для этого рынка обычно выделяется в районе определенное место. Например, это какая-то либо широкая дорога, либо это может быть даже стадион. Плюсом такого рынка можно отнести, наверное, низкую стоимость продуктов по соотношению с магазинами или с обычными какими-то овощными лавками, а также большое разнообразие, даже можно сказать огромное разнообразие сезонных овощей и фруктов. Наверное, еще сама атмосфера вот этого шумного, кипящего восточного рынка. Вот такие рынки ведут свою историю с тех времен, когда не существовало маленьких магазинов или каких-то супермаркетов. И тогда вот именно такие посредники закупали товар на больших оптовых базах и по определенным дням развозили товар по определенным районам. Заметила, что именно на такие рынки приходят именно индийцы среднего класса и ниже среднего, можно так сказать, самого низкого класса. Вот. А уже индийцы выше среднего класса почему-то не приходят, не покупают на таких рынках. Не знаю почему, потому что не очень нравится. Ну что, пойдем посмотрим, что же здесь продается. Какой восточный рынок не обходится без приправ? Огромное количество приправ. Красный перец. Также здесь есть макаронные изделия различных цветов и продается такой ассортимент, не знаю, из какой материи сделаны вот такие различные фигурки, есть цветные, жарят во фритюре, они потом раздуваются и такие как похожи на чипсы получаются. चमक रहा है огромный выбор вот этих женских украшений бинди, и маленькие, большие,
красные, черные, могут быть разноцветные под цвет одежды. Бархатные, бумажные, блестящие. Здесь у нас что-то жарится. Это картофельные котлеты, жареные во фритюре. Здесь вегетарианские бургеры. Это тоже какая-то закуска. И это жареные во фритюре из муки шарики, которые потом протыкаются, наполняются различными начинками и заливаются жидкостью, похожей на наш огуречный рассол. Различные сотейники, железные тарелки. Как известно, в Индии традиционно используют железную посуду, не керамическую. Дизайнер фрукты из Южной Индии. Например, в Южной Индии используют зеленые бананы, или как они называются, плантейн. И их обычно готовят, жарят на фритюре. А вот это ствол банана. Не знаю, как его готовят, но тоже используют. Там еще какой-то овощ, похожий на камень, не знаю даже, как он называется, никогда не ела, никогда не готовила. Это зеленая папайя, и это тоже очень популярно в южноиндийской кухне, ингредиент их супов, можно сказать. Вот такие палочки. А вот это не что иное, как известная у нас люфа. Но здесь этот овощ, перед тем, как стать люфой, люфа выглядит вот так. И в Индии широко используется в индийской кухне. Вообще это относится, наверное, к семье кабачков, потому что на вкус очень похоже на кабачок. Но если вот этот овощ высушить, то мы получим знаменитую мочалку люфу. Этот овощ очень хорошо понижает сахар в крови. На вкус страшно горький.
सीतावल वे कीड़ा है सीतावल ये बिस्तवे 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 जली करो जली करो जली करो Насыщенно красными продавцы прибегают к маленькой хитрости. Секрет красноты помидоров в ярко-красных лампочках. Почему она никогда здесь не видела белых абрикосов? Они всегда их взрывают вот такими малюсенькими и зелеными недозрелыми. Все продавцы, чтобы заманить покупателей, очень громко выкрикивают цену за килограмм. Ассортимент металлической посуды, стаканы. Традиционные индийские кастрюли. В Индии они известны как карай, а, наверное, у нас более известны по названием вок. Индийских маринадов. В отличие от наших маринадов, овощи, а также фрукты маринуют в горчичном масле со смесью специй. Овощи используются разные, а из фруктов обычно манго или лимон. We'll be right back.
गाड़ी ही для детей в виде перца красного. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.